Привет, амигос! Как-то много у меня видосов вышло на тему раздачи халявного золота из проекта Армата в проекте World of Tanks. И вот еще одно, на этот раз завершающее. Дело в том, что некоторые люди, видимо, считают, что я настолько дебил и сижу, рублю сук, на котором удобно пристроился своей задницей, что снова решил переметнуться к картошке и рассказываю, что Mail.ru всех наебывает. И, дескать, я реально повелся на то, что вот эта браузерка с закосом под Mail.ru — это и есть та самая игра, куда Armored Warfare будет выплачивать золото. Ну, блин, слушайте, на самом деле надо быть полным нубом в интернете, чтобы в это поверить. Достаточно прочитать для вот это вот внизу то, что выполнение условий, какие надо поставить, вот эти спутник Mail.ru, гард Mail.ru, вот это все говнище вирусное, которое мы все всей душой ненавидим, да, когда что-то с интернета скачешь, какой-нибудь архивчик, обязательно там внутри вот это говно лежит. То есть это троллинг, это очевидный троллинг, и вдобавок ко всему ни одна ссылка, ни одна кнопка в этой браузерной странице не работает и никуда не ведет. А в-третьих, у меня просто есть Skype, где я могу спросить, что правда, что неправда, и мне все ответят, поэтому... Я просто не мог повестись на это. Я шел умышленно на этот разводняк, на этот троллинг. Почему я это сделал? Потому что в боях стало очень много людей, которые стали в чат писать что-то типа: «Быстрее бы прокачать 6-й левел и уйти из этого говна куда-нибудь». Ну, слать их нахер поштучно очень. Лень, да, этих рабов великого картофеля. Поэтому я решил просто взять и подорвать им пуканы оптом, чтобы они вылетели нахер с этой игры на своих горящих пердаках в обратно в свой картошка-лэнд. Наслаждаться своими медленными танками, своими кривыми... С кривым вообще всем. Вот, и для этого я сделал это видео и выложил. И, собственно, видео собрало 20 тысяч просмотров. Многие поверили, ну, многие считают, что я-то такой, всегда правду говорю. Но когда у меня стоит цель подорвать пердаки, тогда уж она стоит, тогда уж можно и потроллить. Но мне очень понравилась реакция комьюнити, скажем так, на эту акцию от Mail.ru, что многие там вот эти эпические вододелы из картохи. А в картохе все вододелы эпические. Когда у игры такой огромный онлайн, стать топовым вододелом с соткой тысяч подписчиков — это как два пальца обоссать. Достаточно быть немного умнее обезьяны и кое-как уметь играть в танки. Просто когда аудитория настолько огромная, они подпишутся на что угодно. Ну еще желательно, конечно, с писающим мальчиком дружить, тогда вообще все идеально будет. Вот, а сами же игроки... Что это за фигня куда-то? Сами же игроки из Mail.ru, они очень позитивно отреагировали на эту акцию. Я видел комменты типа, что это вообще лучшая акция по переманиванию игроков из картошки. А когда они поверили в то, что игроков из картохи решили еще и кидануть, выдав им золото в какой-то там сраной браузерке, они стали писать, что это гениально вдвойне. Они не стали писать, что «Ой, Mail.ru, блядь, всех обманула, бла-бла». Они писали: «Молодцы, блядь, кидай игроков из картошки». Это было встречено с такой радостью, что реально надо было так и сделать на месте Armored Warfare. Просто выдать всем золото в какой-нибудь сраной браузерке, и пусть они, сука, в нее играют. Это был бы ход века, это было эпично. Но, к сожалению, Mail.ru слишком честная компания, которая дорожит своим имиджем, и поэтому многие уже начали получать свое драгоценное золото в картохе. Точнее, начали получать свои 30 серебряников Иуды. Продались Армате за 30 серебряников, фу на вас. Вот, а многие же написали комменты другого плана, типа: я поиграл в Armored Warfare, после чего зашел в картоху, даже на Хелкате на каком-то играть не могу, потому что медленно. То есть, ну, эффект достигнут. Да, действительно, есть у игры такая фишка, что она настолько быстрая, что потом возвращаться к слоупочным танкам других проектов очень-очень трудно. Это чувствуешь себя человеком-молнией на планете, я не знаю, на планете заторможенных.
Когда, да быстрее же, быстрее, доедь ты, ёптай, да стреляй, да что же стоите, что же, когда же, да когда же я доеду до фронта? Вот, у меня тоже такие ощущения были, когда я впервые поиграл в армату. Ничего, ничего, главное, забрали свои 2500 голды. Идите нахрен, мы наконец-то, а скоро акция закончится, и нашествие вот этого рачья тоже вместе с ней иссякнет, потому что ну, сейчас очень трудно играть на начальных левелах из-за того, что они играют, они в армату играют как в картоху, они стоят за камнями в кустах, это полная жопа. Они пытаются пробивать в НЛД танки, которые в него не пробиваются, то есть ну, много чего вот сейчас интересного происходит. Я уже где-то говорил в одном из видео, что игроки из War Thunder, они хоть знают, что можно танки пробивать в маску, орудие, еще куда-то. Игроки из картохи знают только одно, пробивать можно всех всегда в НЛД, при любых обстоятельствах, желательно голдой. Вот, в общем-то, на этом все. А, эти все, которые думают, что я сейчас буду за что-то извиняться, я шел на это умышленно, за что я должен извиняться. Вот смотрите, все ахаха в голос, ахаха, отлично, все, все рады, всех видосом порадовал, нарезал эти особенно гневные видео. А, ну, одно гневное, другие пацаны, вот реально, вот все нормально отреагировали, кроме одного чувака, который видео удалил раньше, чем я до него добрался. Ну и, конечно, Грима, который, блядь, настолько авторитетный пацан, что ему и Mail.ru предлагала зарплату. И разработчики из Таркова, блядь, с ним связываются. Ну, конечно, нихуя себе, 15 тысяч подписчиков человека, 6 тысяч просмотров на видео. Сразу ему пресс-аккаунт там, блядь, уже оформляют на альфа-тесте за вот это видео, где он... Где он... Залетсплеил, как-то, блин, это не залетсплеил, залетсвочил. Он прокомментировал ролик, типа, трейлерный. Вот чувак тоже грамотно пердаки подрывает там просто, я не знаю. Он смотрит видео и говорит, так, мы подбираем автомат, блядь, левой рукой, нахуй. Я ебу, такой тролль. Но если не тролль, значит, у него очень все плохо. Я все-таки надеюсь, что он троллит. Вот, значит, вот мне тут пытаются все описывать, что пруфы, голда приходит, все отлично, все нормально, а голду раздают, ха-ха-ха. Короче, жаль, я надеюсь, что в следующий раз, когда Mail.ru будет мутить акцию, они все-таки кинутся. Как-нибудь они, вот на 1 апреля, вот на 1 апреля, вот жалко, что кто-то, сука, взял и сделал эту сраную браузерку, потому что вот на 1 апреля это был бы просто охеренный конкурс. Взять и всю... картах, но есть еще War Thunder. Есть еще War Thunder, и браузерку можно за 3 дня сделать. Пообещать всем золото в игре ВТ. Хотя оттуда онлайн, а то там у них у самих ничего нету. Хреново. Жаль. Ну, короче, бес, ну ты лошара, ты смотрел, сколько вот сайту дней, видите, видите, вот не все, не всем дано уловить сарказм, даже не все поняли, вот в том ролике, где я сам про акцию рассказывал, не все поняли, что я трой. Некоторые стали меня хуесосить, они подумали, что я реально из картошки, что вот я реально такой ебанутый, из картошки сижу, таким, блядь, голосом, возмущаюсь о том, что, господи, это ужасно. Прорвало, порвало, да ладно, все поржали. Но, к сожалению, да, чуваки, к сожалению, картошечники реально получат свои 30 серебряников. Так что, ну, поржали, и ладно. К сожалению, их не кинут, позлорадствовать не удастся, но... Но были такие чуваки, которые искали, блять, а я сижу третий день, тут танки качаю, пошла она нахрен, я удаляю клиент. Фу. Прикольно. Ладно, в общем, что тут? Очень много комментов видос собрал. Но были и те, кто все правильно понял. Это, ну, это подписчики, которые не первый день на канале, они уже знают, что к чему тут. Какие иногда тут бывают видео. Все, в общем. Надеюсь, все поняли. Если акция еще в силе, качайте 6-й левел. И советую брать 2 месяца према в армаде. Я-то, кстати, даже акцию-то до конца условий не читал. Я о том, что можно выбрать либо золото в танках, либо 2 месяца према в армате, узнал из комментов. Даже не знаю, правда или нет. Да мне вообще по барабану. Я вижу повод, что можно потроллить. Потроллить мой любимый картофанчик. Просто беру и это и делаю. Когда-нибудь меня побьют. Адьё.